Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяйте вслед за мной. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три, четыре. 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 Раз, два, три. Ой, четыре. И раз, два. Опа. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Сегодня я приглашаю вас в кругосветное путешествие. Да-да, я не оговорилась. Мы с вами отправимся в кругосветное путешествие буквально сию минуту. Ой, подождите! Подождите! Ой, подождите меня! Тим! Вот! Что ты так запыхалась? Это что, все твое? Конечно! Кругосветное путешествие не шутка. В пути все может пригодиться. А вы что? Да. Совсем налегке? Без багажа? Как это без багажа? А это что? Ой, и что, у вас сюда все поместилось, да? Какой странный чемоданчик. Это, Тирли, не чемодан. Это наш компас. Компас? Да. Компас? Да. Я что-то ничего не понимаю. Вот как вредно не спать накануне путешествия. А где же у компаса стрелки? Вы что, их потеряли? Тирли, пока мы с тобой теряем время. Вот наш корабль. Вперед в кают-компанию. Знакомься, Тирли. Наш экипаж прибыл в полном составе, а поведет наш корабль Марк Ильич Пекарский. Он будет нашим капитаном. Согласны? Да, конечно. А куда мы поплывем? В страну барабанов. А разве она есть? Конечно, есть. Где? Вот там. Как это? Этой страны, Тирли, не найти ни на одной из географических карт. Они не просчитаются ни в одном учебнике, справочнике или в энциклопедии. И все же страна барабанов существует. Она находится в каждом уголке земного шара. Прокладывайте курс, уважаемый штурман. Капитан, прямо по курсу Китай. Thank you.
По-моему, это рыбья голова. Не правда ли, капитан? У нашей Тирли очень богатая фантазия. Да нет, она права, и к тому же очень наблюдательна. Это действительно голова рыбы, выкрашенная в яркий цвет. Китайцы так и называют темпель-блоки деревянной головой. Или по-китайски му-юй. Му-юй. Да. А можно я попробую? Можно попробовать, Тирли. Интересно. Да, эти инструменты бывают самых различных размеров. Большие, подобные колоколу, и маленькие-маленькие, как грецкий орешек. Покажите, пожалуйста. Ой, совсем по-другому звучит. Да, и звучит по-другому. Большие мою и звучат низко, гулко. А маленькие высоко и тихо. Скажите, а почему же вот из этой рыбины не сделали деревянную голову? Был бы еще один барабан. Ну, это и есть барабан. А точнее, не барабан, а ударный инструмент. И называется он гуиро. Вот как он звучит. Но только в отличие от китайского инструмента, муюя, который сделан из дерева, этот инструмент сделан из высушенной тыквы и переносит он нас в Мексику. За дело, штурман. Курс в Мексику. Перед нами Швейцария. Слышите? Чей это голос? А, я сейчас угадаю. Может быть, вот этот? Нет, Зевля, ну ты послушай, как звучит этот думбек? Думбек? Да, думбек. А по-моему, у того барабана был гораздо солиднее звук Тирли. И мне кажется, он напоминал раскаты отдаленного грома. Какая память, замечательная память. И слух прекрасный. Ну, тогда, может быть, один из этих? Нет, Ира, ну ты послушай, как он звучит? И что напоминает? Ой, детские погремушки, как же я сразу не сообразила. Правильно, это маракка. Тирли, у тебя осталась одна попытка, думай быстрее. Сейчас. Да, этот? Помни, что звук должен быть солидный, громоподобный и очень низкий. Ну, тогда вот этот. Вот он! Угадала. Как он называется? Это швейцарский тамбур. Это швейцарский тамбур. Их очень-очень любят в Швейцарии. Они настолько популярны, что раз в году в городе Базель
В их честь устраиваются праздники Фастнахт. Рано утром, в 4 часа, задолго-задолго до рассвета, собираются музыканты и из разных концов города стекаются к центру, где начинаются праздничные шествия, концерты. И долго-долго до самого позднего вечера не смолкают звуки швейцарских тамбуров. А на моей родине каждый день праздник. Давайте отправимся туда. Вы согласны? Ну что ж, мы не возражаем. В таком случае я снимаю с себя полномочия штурмана и тебе передаю все карты в руки. Держи, Тирли. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Физкульт, минутка. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь другой ногой. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяйте за мной. Раз, два, три, четыре. 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 Все. Ой, все. Отдыхаем. Зарядка окончена. Но мы попали в Японию. Япония? Ой, неужели я забыла дорогу домой? Это, наверное, потому что ты очень волнуешься. Так всегда бывает, когда рвешься домой. А что? Действительно, давайте сделаем остановку в Японии. Давайте. А вы меня не разжалуете из штурманов, а? За что? Пусть наш штурман немножко отдохнет, а ты будешь нести вахту, пока не приведешь наш корабль в Африку. А сейчас небольшая остановка, и я разрешаю экипажу сойти на берег. Есть отдыхать. Отдыхайте. Тирли, это тоже барабан японский. Называется он Фури Цузуми. А где же палочки? А вместо палочек вот эти шарики. Ой. Ой. А можно мне попробовать? Да, Тирли, на, поиграй. Спасибо. Да, только маленький. Это маленький братик вот этого фурицу. Ой! Стоянка окончена. Отдать швартовы.
Молодец, Тирли. Ты замечательно играешь на африканском там-таме. Это еще что? Вот если бы вы слышали, как играет мой дедушка. Дедушка? Кстати, тяга к барабанению досталась нам в наследство от наших далеких предков, человекообразных обезьян. Брэм – автор замечательных книг о животных. Рассказывает, что обезьяны, находя дуплистые деревья, с удовольствием барабанят по ним. Ну, а человек до того, как изобрел специальные ударные инструменты, пользовался ногами и руками, инструментами, которые дала ему сама природа. Он мог потопать ногами и похлопать руками. Кстати, он продолжает делать это и сейчас, в разных уголках земного шара. Шутки шутками, но все-таки, какими же были первые барабаны, капитан? Ну, я думаю, что это были выжженные полые куски дерева. Если в этом дереве выпилить щель, то получится щелевой барабан. Это что, барабан? Да, щелевой. И ими пользуются до сих пор в Африке, в Латинской Америке и на островах Тихого океана. Предок современного барабана. Очень-очень давно. Как только человек научился на обрубок дерева натягивать шкуру животного. Ну и вообще, собственно, что такого особенного и сложного в барабане? Ничего. Металлический или деревянный корпус и вот шкура животного. И тем не менее, о барабанах можно было бы написать не одну толстую книгу. Они очень разнообразны. Они, как и люди, имеют различную внешность и различный характер. Точно. Они громогласные. И веселые. Гневные. И жизнерадостные. Устрашающие. И болтливые. Карлики. И великаны. Да. Великаны? А какого же они роста? Огромного. Представляете себе? Барабаны турецкого султана Отмана I были ростом с человека, и их перевозили на слонах и верблюдах. А предназначались они для устрашения противника. Это были литавры. А какой из этих двух инструментов литавра? Тирли, ни то, ни другое не литавры. Это шотландская волынка, а вот это вот гусарский барабан. Где у нас литавры? Вот, Тирли, вот это литавра, это настоящая литавра, только не такая старинная, о которой мы говорили. Эта литавра сделана в Англии, в Лондоне. Кстати, в Англии в 1857 году появился самый-самый большой барабан на музыкальном фестивале. По своим необъятным размерам, этот гигант, а он ведь в диаметре был 2,5 метра, был под стать самому залу Кристального дворца. Этот зал вмещал 12,5 тысяч зрителей, не считая 2,5 тысяч оркестрантов. И на его изготовление пошла шкура самого большого буйвола, когда-либо попадавшего в Англию. Этот гигант возвышался на середине зала, на самом видном месте. А кто же на нем играл? Наверное, великан? Ну, управиться с ним было под стать только лишь великану.
кажется ли вам, что наша стоянка несколько затянулась? Ничуть. Дело в том, что мы с вами попали в барабанный рай, в Африку. Ведь для африканца барабан – это не просто музыкальный инструмент, это часть жизни, и разновидностей барабанов в Африке насчитывается до нескольких тысяч. Ого. И недаром в Африке за один барабан иногда отдают быка. А сколько же быков пришлось отдать вам за свою коллекцию? Ну, не так уж много. У меня всего лишь 7 африканских барабанов. Значит, вам понадобилось 7 быков, да? Это же шутка, Тирли. Откуда у нашего капитана возьмутся быки? Но мне кажется, что мы немножечко с вами отвлеклись. Путешествие продолжается? Да, занять всем места. Есть, занять места. Гонг. Запомните его голос. Он будет вашим добрым помощником в путешествиях по одному из городов. Как это? Вот так. Не так давно в городе Зальцбурге, в Австрии, гонг был использован в качестве светофора. Как? Удар гонга и зеленая улица. Очень оригинально. И главное, музыкально. Да. И это не единственный способ использование музыкальных инструментов в обыденной жизни. Барабаны вообще большие труженики. У них масса профессий. Ну, например? Ну, вот барабан рабочий. В Пакистане своим четким ритмом он помогает строителям. И это не все. Есть еще барабан-спортсмен. Спортсмен? Что да. же спортсмены берут их с собой? Они сидят и гребут. А барабанщик сидит на корме и помогает гребцам быстрее прийти к финишу. Но и это еще не все. Есть еще барабан-судья. Не может быть. Может. В Гренландии эскимосы таким образом улаживают свои конфликты. Это как же? Кто кого перебарабанит, что ли? Да, кто лучше барабанит, тот и прав. Ну все. Покупаем барабаны и решаем споры только так. Согласны? Конечно, согласна, Тирли. Но ты, между прочим, перебила капитана. Это нехорошо. Ой, извините, пожалуйста. А что, у барабана есть еще профессии? Да, были. В древние времена в Китае работал барабан-землемер. Его возили на повозке. А к колесу повозки прикреплялась колотушка. Поворот колеса – удар барабана. Таким образом была изобретена довольно-таки нестандартная мера длины. Барабанная? Удар. Да, барабанный удар барабана. Больше барабанов – больше земли. Меньше барабанов – меньше земли. Здорово. Да. А сколько профессий у родственников барабана? А у него есть еще и родственники? Ой, а откуда в стране барабанов колокол? Я хочу, чтобы на этот вопрос ответили зрители. А мы сейчас перенесемся в Древний Рим, где колокольный звон служил сигналом к поливанию улиц. Мне бы хотелось вспомнить еще колотушку ночного сторожа. Долгое время ею пользовались в России. А вот валдайские колокольчики. Своеобразные проводники путников и любителей попутешествовать. Ну и, наконец, русский бубен. Без него не обходилась ни одна ярмарка.
Если я вас правильно поняла, капитан, вы хотите, чтобы ребята написали нам, почему в стране барабанов появились колокольчики, деревянная колотушка, бубен, верблюжьи колокольца и другие инструменты, верно? Верно. И как только мы получим ответ, мы продолжим наше путешествие. А сейчас оно что, уже закончилось? Ну, судя по всему, мы вернулись в родные края. Да, вы угадали. Тогда назовем матросов нашего экипажа. Это ансамбль ударных инструментов музыкального училища имени Ипполитова Иванова и артисты Ольга Гостемилова, Светлана Харлап, Юрий Успенский. А отправили нас в кругосветное плавание автор сценария Людмила Нежнова, режиссер Ольга Славянова, оператор Александр Фукс, художник Юлия Ильина, звукорежиссер Наталья Пикалева, ассистент режиссера Елизавета Воронина, администратор Василий Морозов. А это, Тирли, тебе. Ой, спасибо. Тирли! Я как раз о таком мечтала. Спасибо. Теперь ты можешь выступать в цирке. В цирке? А что такое цирк?